Здравствуйте! С 1 января 2020 года по единому социальному платежу произошли некоторые изменения. Согласно налоговому кодексу в новой редакции, теперь взамен единого социального платежа введен социальный налог. При этом сохранились ранее предоставленные законодательством льготы и особенности его исчисления. Ставки социального налога теперь утверждены в налоговом кодексе. Ранее же они ежегодно утверждались постановлением президента. Общая ставка социального налога осталась на уровне 2019 года в размере 12%. Снижена ставка социального налога для предприятий с государственной долей 50% и более. Если раньше они уплачивали единый социальный платеж в размере 25%, то теперь с 1 января 2020 года для них предусмотрен социальный налог в размере 12%. Но ставка в 25% сохранилась только для бюджетных организаций. Согласно бюджетному кодексу, бюджетной является некоммерческая организация, которая содержится за счет средств государственного бюджета. К примеру, на сегодняшний день многие банки имеют государственную долю, но являются коммерческими организациями. Соответственно, с 1 января 2020 года они будут уплачивать социальный налог по ставке 12%. Важно отметить, что изменились сроки предоставления расчета и уплаты социального налога. Если раньше расчет по единому социальному платежу предоставлялся до 25 числа месяца следующего за отчетным, то теперь он предоставляется в налоговые органы нарастающим итогом ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным. Уплата налога также производится ежемесячно, не позднее сроков предоставления расчетов.